данный момент у нас происходит у жителей радость, что мы наконец-то получили то, что мы хотели, вернее, нас освободили. Будет намного лучше, чем было. Three days after the second ceasefire agreement between Ukraine and the Russian-backed separatists, the DNR, in a clear violation of the ceasefire, took the strategically important Ukrainian town of Debaltseve, following a month of heavy fighting. With the DNR in full control of the town, some of the thousands of residents who fled the fighting slowly returned to find the town in ruins and still without water, gas and electricity. The DNR soldiers, meanwhile, talk of taking more Ukrainian territory and admitting to Russian military support, despite Russia denying their involvement in the conflict, which has now killed over 5,600 people. Я есть армия. В моем лице вы видите армию Новороссии. Я лейтенант этой армии. Под этими флагами сейчас воюют на территории Новороссии. Мы участвовали в Славянске от с первого дня до последнего до выхода. Были мы также в городе Донецке, освобождали город Шахтерск. Были в Никишино, теперь вот Дебальцево. Мы идем в направлении на Славянск. Мы заберем свои города, заберем свои села, заберем свою землю. Я свою землю подразумеваю, вот слушайте внимательно. И кто может меня опровергнуть, скажите. Киев – городов мать русских. И города русские строились. Это Одесса, это Харьков. Также русский город Киев. Если кто-то не понимает и не знает, пусть они подумают об этом. Красавец! Армия Новороссии непобедимая! Ну это я же говорю, это как минимум 5 пачек сигарет. Сейчас нам помогает Россия, это все знают, это скрыть невозможно, и это так. А почему бы Россия не помогала нам? Мы же русские. Despite DNR territory suffering from price hikes and food shortages, some residents seem happy with the new authorities, even though the DNR were responsible for the destruction of the town. Сейчас катастрофическая, какая еще может быть. Если учесть то, что в городе ни воды, ни света нет, ни хрена, блин. Положительно только. Потому что полгода жить, блин, как сказать, под оккупацией нацистов, блин, так это уже. Думаю, сейчас, как сказать, будет лучше, наверное. В данный момент у нас происходит у жителей радость, что мы наконец-то получили то, что мы хотели, вернее, нас освободили. И у нас тишина уже третий или четвертый день. Тихо. Даже музыка сегодня, как праздник какой-то у нас. Мы вышли первый раз с подвала сюда, в центр города. Мы 3 месяца отсидели в подвале. Вот мы там отсидели 3 месяца. Сегодня вышли первый раз. Даже погода позволяет. У нас полгода стала украинская армия, и мы помощь, и гуманитарку мы получили только один раз, месяц назад, и все. Больше мы ничего не получали. А сейчас, 3 дня, как нас освободили, нам каждый день дают гуманитарку, каждый день у нас помощь какая-то. То есть радует, честно говоря, до слез, это трогает, что нас не забыли, что за нас помнят и нам помогают. Это... Нам в дом попал снаряд. Вот папа говорил, да, разбил он пол дома. Ну, надеемся, тоже нам помогут. Будем сами восстанавливать и побои. Это что? Это завод, это снаряд. Да, кошмар. Очень страшно. Надеемся, больше снаряд у нас не будет. Да, и хоть надеемся на светлую жизнь. Все равно хотим. Хотелось бы нам быть в России. Мы крымчанам, честно говоря, завидовали, когда они отошли в Россию. Это действительно так. With some returning residents in support of the DNR taking the town, many pro-Ukrainians who fled the fighting are now unlikely to be able to return to their homes.
сейчас начинается восстановление города. Мы сейчас здесь поставили лагерь жизнеобеспечения. Мы организовали пункты выдачи гуманитарной помощи. Завтра здесь организовывается выдача социальных выплат тем людям, которые в этом нуждаются. Сегодня мы планируем, что будет восстановлена мобильная связь. Вода будет восстановлена. Планируем в течение недели. Электричество тоже планируем в течение недели восстановиться какой-то минимальный. Как вы думаете, вообще реально здесь все? Какой срок восстановления города? Вы видели город? Да. Я думаю, не очень быстро, но мы будем стараться. Мы рады, что мы сейчас другого сюда столько. Нас не радует наше положение, что все разбито, все разбомблено, все, ничего живого почти не осталось в городе. Мы думаем, что раз ДНР зашел сюда, значит, будет ДНР восстанавливать. Мы будем помогать, они нам, мы им. Как-то вместе восстановим. Будем как-то бороться, будем восстанавливать. Мы думаем, что будет намного лучше, чем было. И все вот это разрушено. От города почти ничего не осталось, не развалено. Все пострадало. Нам помогут восстановить. И те, у кого будут силы, и есть силы, сейчас молодежь, они пойдут на восстановление, наверное, за диспут. У людей появился какой-то стимул, желание что-то делать, вернуться к лучшей или дальше. That evening, the separatists arranged for some of the vulnerable residents of Debaltseve to be taken by bus to the neighboring separatist stronghold of Donetsk. Да что с домом? Отопления нет, света нет. Ну, температура в квартире где-то 34 градуса мороз. Ложусь спать, покойная супруга и дубленка, и этой дубленкой укрываюсь. Раньше ж думал, что все успокоится, все, но пока конца края не видно. Since the fall of Debaltseve, fighting is calm between the two sides as heavy artillery is withdrawn from the front lines. However, given how quickly the last ceasefire collapsed and the DNR reported to be building up their forces outside of Mariupol, no one would be surprised if this latest deal soon becomes irrelevant.